Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Макмакс, и сегодня у нас очень коротенький видос на то, как установить мультяшные эффекты выстрелов. Под моим последним видео я увидел просто колоссальное количество просмотров и вообще охренел, и очень много было вопросов в комментариях. Я на парочку ответил, но все-таки решил сделать видео. Собственно, кому интересно будет, тот посмотрит. Итак, вот в принципе, что вы получите, как бы, да, вот такие вот эффекты мультяшных выстрелов. Они будут отображаться почти на всех классах, у кого огнестрельное оружие, логично, да. И сам процесс установки. Вы можете скачать все с официального сайта GameBanana, вы можете скачать все с моего Яндекс.Диска. На моем Яндекс.Диске есть дополнительный ритмик, как установить, как все это все. Итак, все, что вам нужно сделать, это для начала скачать архив. Вот он у вас, архив. Это с моего Яндекс.Диска. Также будет просто архив с GameBanana. Там точно тот же такой же файл VPK. Вот этот файл VPK вам нужен. Итак, сначала нам нужно зайти в саму директорию Team Fortress. Мы заходим в... Мы нажимаем в системном трее правой кнопкой на Steam. Потом нажимаем на библиотеку. Если у вас там нет библиотеки, нажимайте куда угодно. Потом ищите сверху, просто в Steam, находите библиотека, игры, находите Team Fortress, нажимаете на него правой кнопкой мыши, смотрите по списочку, и в самом низу у вас будет свойство. Вы нажимаете на свойство, у вас открывается окошко, вы открываете третью вкладку, и самая первая вкладка — открыть директорию игры. Вы нажимаете, Steam можете закрыть. Дальше вы переходите в папочку TF, и в папочке TF у вас будет кастом. Этот кастом вы открываете, мы берем VPK файл из библиотеки и переносим его в файл каст и в папку кастом вашей директории игры. Все, мод установлен. Ну, в принципе, все, да, о чем еще можно сказать, да, можете заходить в Team Fortress, пробовать играть. Еще, ребят, хотелось бы выразить благодарность Here Must Be a Nickname. Он скинул мне вне стрима золотой липучкой мед австралийский. Просто респектос тебе от души, спасибо тебе огромнейшее. И он меня попросил это сделать. И все, в принципе, спасибо вам большое за просмотр, за ваш лайк, если вам помог, и удачи!